Сегодня президент Казахстана принял у себя премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава государства предложил бизнесменам из страны восходящего солнца принять активное участие в масштабной приватизации. В свою очередь, высокопоставленный японский гость подтвердил готовность помочь в строительстве АЭС в Казахстане. О чем еще говорили политики, расскажет Марат Такулин. Несомненно, визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Казахстан словно кирпичик в фундамент дружбы двух стран. Хотя нас и без официальных визитов многое связывает. Казахстанско-японские отношения – это не только единое мнение в вопросах глобального антиядерного движения, о чем сегодня успел напомнить Нурсултан Назарбаев, но и прочие инициативы, касающиеся экономики, культуры, градостроения и образования. И это новая столица наша. Осуществляется по генеральному плану японского архитектора Куракава. Я хочу вам показать сегодня международный университет, ректором которого является тоже представитель Японии господин Кацу. Нурсултан Назарбаев отметил, что между нашими странами нет разногласий, и визит господина Абэ – новая веха стратегического партнерства страны восходящего солнца с центрально-азиатским регионом. В целом диалог сложился более чем конструктивно. Премьер-министр заверил, что Япония будет всячески способствовать развитию атомной энергетики в республике. Япония будет и в дальнейшем поддерживать экономические реформы в Казахстане. Мы это согласовали. В частности, что касается грядущего строительства АЭС в Казахстане, то мы будем взаимодействовать в его создании. Мы это подтвердили. Также было решено наладить сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности и внедрения японской системы диагностики в медицине. Итогом встречи стал договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Марат Такулин, Санат Имангалиев, Куаныш Умаров, Информбюро, Астана.